созданная для очень ограниченного числа самых уважаемых клиентов, модель One77 сочетает последние технологии и знаменитый дизайн Aston Martin и является едва ли не самым вожделенным в мире автомобилем-произведением искусства. Aston Martin One77 представляет собой сочетание особой формы искусства и последних технологических инноваций. 77 человек станут обладателями автомобиля. Они получат в награду все то, что является символом Aston Martin сегодня. V-образный 12-цилиндровый двигатель, малый вес, современные материалы, качественная сборка, превосходный дизайн и естественная красота. Для Aston Martin модель One77 представляет собой уникальную возможность создать машину в виде функциональной формы искусства. Как предмет красоты, которым можно восхищаться, и с которым в то же время можно взаимодействовать и наслаждаться им. Правда, доступно это только ограниченному числу избранных. Центральное всем подразделениям. Запрошено подкрепление на лот Force Road. Чрезвычайная ситуация. Всем подразделениям. Прием. Для следующего задания ваша машина оснащена механизмом сброса полосы с шипами. Сзади автомобиля выстреливается полоса с шипами, разрывающей покрышки. Если объект наезжает на полосу, он будет временно обездвижен. Воспользуйтесь этим для задержания. Количество полос с шипами ограничено, на перезарядку требуется время, поэтому используйте это оружие только когда успех гарантирован. Конец. Thank you.
Производство RX-8 было начато в 2003 году. С тех пор было продано 160 тысяч автомобилей по всему миру. Этот автомобиль получил признание более 50 мировых конкурсов, включая множество наград «Автомобиль года» в 2003 и в 2004 годах. Последняя RX-8 с обновленным кузовом и улучшенными характеристиками все так же актуальна, как и первая модель. Самой отличительной чертой RX-8 является Renesis — роторный безнаддувный двигатель, развивающий эффективную мощность в 232 лошадиные силы при сравнительно небольшом объеме в 1,3 литра. При отсечке на отметке 9000 оборотов этот двигатель, несмотря на свой небольшой объем, плавно набирает мощность и гарантирует водителю особое удовольствие от вождения. Даже в дизайне колес с 5 спицами прослеживается треугольная форма ротора двигателя. Одной из отличительных черт этого спортивного автомобиля являются двери на задних петлях, открывающиеся вперед. Идет преследование Subaru Impreza на South Face Drive. Нарушитель съехал с дороги. Необходимо подкрепление. Подтверждаю, перехватчик в пути. Перехватчик, во время погони вы можете использовать полосу с шипами. Нарушитель направляется к лесной дороге.
прямо перед вами. Машина нарушителя остановлена. Прекрасно, поздравляю. Вам разрешено применять ЭМИ. Система ЭМИ позволяет послать в сторону цели направленный электромагнитный импульс. Для работы системы необходимо правильное наведение. Направив импульс, вы должны сохранить объект в пределах зоны видимости, чтобы сработала система наведения. Атака ЭМИ нарушает или прекращает работу систем цели на расстоянии, чтобы остановить и задержать нарушителя. Характер, решимость, воля. Не идти на компромиссы, принимать осознанные решения и руководствоваться только собственной волей. Только так в Porsche делают автомобили. Cayman S оснащается шестицилиндровым безнаддувным двигателем, оппозитная компоновка которого позволяет понизить центр тяжести автомобиля. Хоть двигатель и безнаддувный, дополнительный двухступенчатый резонансный эффект вызывает колебания во впускном коллекторе, что приводит к эффекту наддува и стимулирует смесеобразование. С целью занижения автомобиля, улучшения характеристик и спортивного вида был произведен рестайлинг передней части. Машина получила увеличенные воздухозаборники. Постоянное противоборство выгнутых и вогнутых линий создает этот действительно неповторимый стиль. Всем машинам, преследующим BMW M3. Нарушитель имеет опыт в использовании оборудования глушения. Центральное разрешает использование ЭМИ. Соблюдайте осторожность. Включен, наведение на цель. Готово. Пойду закончу с ними. Оружие отключено. Придется полагаться на свои силы, пока все не починят. Нарушитель съехал с дороги и двигается в лес. Всем подразделениям разрешаем использование ЭМИ. ЭМИ не поразил цель. ЭМИ не поразил цель. Всем машинам продолжать преследование. Соединение со
спутником потеряно. Всем машинам. Нас глушат. Следите за целью. Нарушитель арестован. Доставьте его для допроса. Купе или кабриолет? А почему бы не оба сразу? Компоновка тарга подразумевает съемную панорамную стеклянную крышу, являющуюся частью кузова машины. В то время как связь с небом стала более прозрачной, связь с дорогой была значительно усилена за счет полного привода. Количество впрыскиваемого в двигатель топлива контролируется электромагнитно. Таким образом, достигается максимальная эффективность и мощность, а двигатель лучше охлаждается. 3,8-литровый силовой агрегат выдает 385 лошадиных сил при 6500 оборотах в минуту. Основой модели послужила 911 Carrera, от которой Targa 4S унаследовала очень низкий коэффициент лобового сопротивления. Автомобиль отличают широкие воздухозаборники, способствующие лучшему охлаждению и добавляющие динамики внешности. Внушительные светодиодные задние фары расположены на крыльях. Их можно различить с первого взгляда, особенно ночью. Центральная, всем подразделениям. Запрошено подкрепление на South Face Drive. Всем подразделениям выйти на связь. Чрезвычайная ситуация.
Thank you.